Здорово. Всем привет. И сегодня будем пробовать необычный гамбургер. Гамбургер против чизбургера. Сейчас мы тоже. Давайте попробуем сперва гамбургер. Да, правда, что душа начинает. Потому что он не захотел. Тела. Да. Он его брат убил, они спали. В ходе случая подарили на родине. Это какой-то парень, не такая. Первый своя. Оценка 80. Ну а сейчас вы мне попробуйте свой чизбургер. Даже свое оценку. У меня чизбургер. Чизбургер, да, KFC. Который не памят. Ну, в отличие от остальных тут есть. Салат, омлет. Да, вот так будет начинка чизбургера. А так здесь чизбургер. Так что, сейчас вы попробуйте свой. Можно вас стульчик взять? Стульчик взять можно? Да, есть большие небольшие палатки были. Ну что могу сказать? Этот бургер очень вкусный. Оценка 9,7. Да, так, ну что ж. Ну, в этом, соответственно, как и раунде побеждает чизбургер. Потому что, ну, в нем как раз оценка 9,10. Я тоже. Ну, я вкусный. Тоже я вкусный. Так кто ж, главные эксперты одобряют. Итак, ну что ж, думаю, нам пора прощаться. Все, ставим вот в меру переживочек, ставим лайки, подписывайтесь на видео. Подписывайтесь на его канал и на мой канал. Всем удачи и всем пока. И до новых встреч.